Вот он, вход в Новосибирский планетарий. Второй, последний, новый, который открытый. Здесь открывается чудесный обзор на разъезд Эня. К сожалению, большие телескопы еще не запущены. Работает только полноэкранный кинотеатр. Но тоже очень красиво, очень добро, очень хорошо и качественно все. Что там, правда, я в подобных штуках не был ни разу. Мне очень сильно понравилось. Гостей, в том числе иностранных, можно смело сюда везти. И с чистой совестью показывать все эти красоты. Сейчас, как вы можете догадаться, у нас зима. Январь. Но достаточно тепло. Добраться сюда можно либо на маршрутке, либо на автобусе, либо на такси. Последний вариант, наверное, самый оптимальный. В том числе и по деньгам. Всем добро пожаловать в Новосибирский планетарий.